Не секрет, что в обучении детей и их адаптации к новому коллективу могут возникнуть различные трудности. Как с ними справиться? В нашем городе есть центр диагностики и консультирования. В нем работают квалифицированные и опытные специалисты, которые всегда готовы предложить свою профессиональную помощь детям различных возрастов. Давайте на себя смотрим в зеркальце. Губочки сложаем. Раз, два, три, четыре. Учителя, логопеды, психологи, дефектолог и врач-психиатр – все эти специалисты успешно работают в Славянском центре диагностики и консультирования. Педагоги работают с коррекцией нарушения речи, либо какие-то психологические проблемы, сопровождение детей, которые могут нуждаться в той или иной помощи. Индивидуальное консультирование родители получают по тем или иным проблемам. Детско-родительские отношения – много направлений. Мы побывали на логопедических занятиях, которые проводила с детьми учитель-логопед Ирина Коваленко. В своей работе она использует богатый профессиональный инструментарий. Опыт и неравнодушие способны сделать очень многое. С помощью интересных для детей игр и упражнений мы развиваем мышцы языка, щек, учимся правильно дышать. И также развиваем наши пальчики, чтобы голова наша быстрее думала и, соответственно, быстрее развивалась речь. Ирину Коваленко очень радует, когда дети добиваются зримых успехов в развитии речи. В конце концов, именно ради детей работают все сотрудники центра. Расположен центр диагностики и консультирования в здании 17-й средней школы. И его специалисты готовы проконсультировать по интересующим вас вопросам, связанным с детскими проблемами. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».